25 декабря пройдет очередное стартап-шоу, на которое тебя приглашаю. Будет ли у тебя время прийти на него? Да, у меня будет время. Ты же меня прям заранее позвал, и я заранее запланировал. Спасибо большое. Да, ну, и вы приходите. И вы приходите, дорогие друзья. Более того, я каждому из вас скажу, что будет не кто-нибудь, а Сергей Полонский. Сергей Полонский вчера в эксклюзивном интервью сказал следующее. Мы вас приглашаем на стартап-шоу. Это будет нереально круто. Мы будем думать, смотреть. Говорить. У вас будет по 3,5 минуты, чтобы рассказать, почему именно ваш проект мы должны выбрать. Мы выберем 3 самых крутых проекта. Приходи к нам. Здесь будет то, что ты никогда не видел. Если твой стартап-проект не принесет тебе миллиарда, не надо приносить его нам и рассказывать. Нас не интересуют проекты, которые меньше, чем на миллиард. 25 декабря, знаешь, арендуем целую яхту Редисон. Знаешь, вот, друзья, яхта 25 декабря в Рождество поплывет с 10 стартапами. Мне кажется, если бы ты в приглашении еще писал, что это яхта, да, то там бы сразу конверсия в 2 раза увеличилась. Ну, ты даже мне не сказал, что это яхта. Не сказал, это был сюрприз, ты приходишь, вау, удивление. Все почему, дорогие друзья? Потому что мы специально избегаем толпы. Толпы, знаете, людей, которые прибежали и что-то на халяву с Димой познакомились, собственно говоря. Мы за то, чтобы собирать порядка 100-150 миллионеров на одной площадке. Мы собираем ежемесячно при поддержке Фонда развития интернет-инициатив, приличной поддержке Дмитрия Калаева. Дайте, и в связи с этим, дорогие поддерживаю, товарищи. Давайте. Не, вот так, значит, говорил. И в связи с этим, дорогие товарищи, Дмитрий Калаев дает нам эксклюзивное интервью. И это та самая площадка Фонда развития интернет-инициатив, которая в 2018 году станет основной площадкой стартап-шоу. Да, вы не ослышались. Дмитрий не в курсе этого, но ему придется после этого интервью сказать «да, сдаюсь». Потому что круче, чем стартап-шоу, Дмитрий, согласись. Нет. А 25 декабря приглашаем всех на стартап-шоу. Дима там будет, собственно говоря. Замечательные ребята, особенно блондинки со светлыми волосами, тоже там будут. Вот. И мы на яхте будем грести какое-то место. И мы на яхте, дорогие друзья, с Сергеем Полонским будем все дружно грести по Москварике, слушать интересные стартапы. Реально круто тусоваться, потому что рождественское мероприятие раз в году. Формат, напомню, Black Tie. Это не когда ты приходишь с черными тайками, это когда ты приходишь в смокинге, с бабочкой, девушки наконец смогут одеть свои бриллианты от Сваровски, да, вот, и платье, так сказать, как минимум из H&M, максимум от Dolce & Gabbana. Ты меня удивил, теперь придется как, бабочку доставать. Ты можешь просто нарисовать тут такую бабочку, либо отколоть, откуда-нибудь пригодить. У меня даже есть где-то тут бабочки. Есть? Конечно. Что можно найти у Димы Калаева? Можно найти у Димы Калаева запасную футболку, еще одну, на которой написано free. Вот эта футболка с надписью «Еще одна, Born to be free». Да. И бабочку можно найти. Смотри, бабочку, да, конечно. Есть. Конечно, друзья, есть. Я боюсь со слова Дмитрий Калаев, так сказать, к празднику готов. Конечно.